Компания Venevision представляет. Габи Эспино, Хорхе Рейс, Адриан Дельгадо, Мими Лазо, Каридат Канелон, Даниэль Альварадо, Ноэли Артегу, Арульда Бетанкур, Беатрис Вальдес, Милена Сантандер, Лурдес Валера, Роберто Ламар, Энри Галуи, Фернандо Вилате, Карлос Мата и Виктор Камаро в роли Армандо в телесериале «Женщины на тропе войны». Авторы сценария – Сесар Мигель Рондон и Моника Монтаньес. В фильме также снималась Эва Бланко. Композиторы Луис Роман и Вероника Фариас. Оператор Джонни Феблос. Режиссер Роман Чельбау. 48-я серия. Ну что, ты за кого? Ладно. Чаито. Пока. Чаито. Пока. Увидимся. Нет, ты только подумай. Тебя поцеловали два парня. Я нравлюсь обоим. Вот это успех. Розочка, ты все видела? За это ты получишь поцелуй от меня. Вот так. Я скоро. Ясно. Все, милый, все. Джуниор, дорогой, ты так счастлив, что можешь повторять только это. Ясно? Ясно, ясно? Ясно, ясно? Ясно, я счастлив. Разумеется. Ты представь себе. У тебя будет от меня ребенок. Представь, у нас. Значит... Какой момент, Джуниор? Ты же хотел сказать ей, что все кончено. Итак, милый, что это за важная вещь, которую ты хотел мне сказать? Пропал. Ничего. То есть, после такой новости, представь себе, что важного я могу тебе сказать. Ясно? Ничего. У нас с тобой будет. У нас будет... Джон Леннон. Папочка, ты счастлив? И представь себе, уже видно. Ты взволнован, мой толстячок. Теперь мы должны быстро пожениться. Ты разводись, и мы сразу же поженимся. Да, меня накрыли по всем правилам. Готовься, Ванилия, скоро свет увидит Ванилёнок. Быстрее, давайте шевелитесь, мы можем опоздать. Бери свою форму, Олигарио. Так, это для Вилкера. Держи, Вилкер. Это твоя. А вот мой приятель... Черненький, держи свою форму. Черный, играющий в баскетбол, уже не негр. Как раз в твоей шапочке. Слушай, Белоснежка, ты должен подбирать все отскоки, слышишь? Да, конечно, все отскоки. Все, что будет падать с неба, все будет мое. Вы часом не влюбленные? Нет. Осторожно, парни. Он пьет только водичку. А где пастор? Сбежал, что ли? Не может быть. Как он может меня подвести? Ну, что ты мне скажешь, пастор? Разве ты не у нас работаешь? Тогда как ты можешь играть за команду Батарианы? Нам как раз не хватает игрока, и, по-моему, ты нам подойдешь. Так что будешь играть за меня или против меня? Говори. Выбор за тобой. Что скажешь? Тебя взяли за горло, пастор, не вырвешься. Смирись со своей участью. Если взбрыкнешь, потеряешь работу. Так что, братишка, меняй команду.
Тебе придется туго. Мне никто ничего не сказал, Маурисио, и я согласился, когда меня позвал Батейра. Но если надо играть за твою команду, не вопрос, я буду играть за вас. Прекрасно, добро пожаловать. Так мне уже нравится. Ребята? Что случилось? Привет. Вы не поверите, но там будут выбирать крестную. Представляете, как я божественным шагом пройдусь перед всеми. Ну что, у меня есть шанс? Ты победишь, дорогая. Боже, это настоящая пытка. Если бы я мог говорить. Все будет замечательно. Мы приготовили плакаты и все, что надо. Вы точно выиграете, ребята, вот увидите. Конечно. Конечно. Но у вас не было игрока? Потому что Ковальский сказали, будешь судить или будешь мячом? Ты точно сказала, Йоланда, не было. А теперь я призвал в мою команду Пастора. Но он должен играть за тех, да и крестные его могут выбрать. Вот здорово. Но в таком случае вы точно выиграете. Победа уже у вас в кармане. У вас классная команда. Да, ясное дело. Отлично. Конечно, я знаю, что такое сеть аптек. Это сеть аптек, все просто. А я что сказала? Ты сказала сеть магазинов, Бриджит. Да, ты опять сказала сеть магазинов. Ну, неважно, нет проблем, продолжай, пожалуйста. Мне очень-очень интересно, какие еще новые идеи ты приготовила для нашего следующего рекламного ролика? Мне самой до ужаса интересно, что здесь написала эта Юмилея. Слушай, Танасио, здесь три варианта, и я хочу, чтобы ты все посмотрел сам. Там все записано в деталях. Прочитай все сам, ладно? Боже, только бы он все понял и ничего не спрашивал. Потому что Юбери я не видела, и даже не знаю, что там. И что он сидит такой серьезный? В жизни не поймешь, нравится ему или нет. Ишь ты, рот кривит. Что, значит, не нравится? Не может быть. Боже мой, эта девчонка гений, там все должно быть хорошо. Не нравится? Один вариант или все три? Ладно, извини меня. Правда, извини, Атанасио. Я тут немного замоталась, дел слишком много. И я все поручила моей ассистентке. Ну, не все, но почти все. Понимаешь? Она все и написала. Бриджит, подожди минуточку, прошу тебя. Во-первых, я хочу понять. Потому что до сих пор я так и не понял, хотя, клянусь тебе, я пытался. Что у тебя за мания все время представлять дело так, что эта девчонка, это Юбери Гамбоа, и есть автор всех этих вещей? Все как раз наоборот. Минуточку. У тебя будет время объяснить, расскажешь все в деталях, но потом. А во-вторых, и это очень важно, все три варианта кажутся мне просто превосходными. Итак, я хочу, чтобы ты мне сказала, что это сделала не ты, а твоя ассистентка. Я хочу это услышать. Но ты сказал, они превосходны? Да? Блестящие. Да. Блестящими ты считаешь мои идеи, а мои слова насчет ассистентки... Ну, это не совсем так. Знаешь, она мне помогла, да, но помогла в разных мелочах. Она это нарисовала, но все эти идеи, они мои. Тебе нравится, да? Превосходно. Как я рада. Фантастика, отлично. Что, Хисела? Или я завтра выхожу замуж, или сегодня я убью Бриджит. Перестань, Сегунда. Ты полжизни причесываешься, сколько можно? Бьенвенида нас прибьет, если мы опоздаем. Ты не можешь быстрее? Само собой. Она очень волнуется, да?
От того, что она председатель оргкомитета этого турнира. Она просто сияет. Сияет? Это ты сияешь, когда говоришь про своего парня. Противно на тебя смотреть. Хоть бы ты, наконец, вышла за этого вдовца и перестала нудить, сестренка. И я тебя люблю, братишка. Противный. Привет, как дела? Еще одна. Что это ты в такой час? Да вот, надо кое-чем помочь одному другу. Детка, в такое время? Потом не говорите, что у меня странный график работы. Так и есть, сестренка, так и есть. У нас в агентстве все с ума посходили из-за этого турнира и из-за свадьбы моего шефа. Вот я и воспользовалась. Ты о ком? Сеньора Бриджит выходит замуж? Нет, свадьба не у нее. Как не у нее? Я не понял. Разве она не твой шеф? Да, она мой шеф, но я говорю о моем главном шефе, братишка. О нашем гуру, так у нас его зовут. Главный босс. Да, главный босс. В общем, это доктор Атанасио, он женится. Что? Атанасио женится? Юбери, ты мне сказала, что Атанасио Эррера женится? Да, сказала. Что с тобой? Что тебя удивляет, сестренка, не понимаю. Ты же его не знаешь. Да, я знаю его. То есть... Нет. Нет, я его не знаю. Я даже не знала, что он твой шеф. Я слышала о нем. Не смотрите на меня так. Он же знаменитость. С каких пор тебя интересуют подобные вещи? Женится знаменитость и что? В чем дело? Давайте не будем терять время и пойдем на эту тусовку, где командует Bienvenida. Поехали. Нет, нет, секунды, я не поеду. Что-то у меня вдруг жутко заболела голова. И потом наверняка это надолго, а скоро придет Мейрлин и не застанет меня дома. Я, пожалуй, останусь. А вы поезжайте. Тогда сама будешь объясняться, почему ты покинула Bienvenida. Да что с тобой? А тебя подвезти или я поехал? Езжай, братишка. Мне нужно помочь одному приятелю. Поезжай. Все понял. Увидимся на турнире. Да, пока. Нет. Господи, не может быть. Атанасио женится. Он женится. Но я не пойму, как такая идиотка, как Хисела, заарканила Атанасио. У тебя что, правда слюнки не текут при виде такого количества этих изысканных яств? А выглядят они аппетитно, по крайней мере, на фото. Так и есть, клянусь, так оно и есть. Ты видишь, Бриджит? Милая, садись на диету, чтобы насладиться всем этим без боязни растолстеть. Хотя я вижу, это уже проблема, и тебе надо что-то делать. Моя китаянка, нет у меня такой проблемы. Нет? У меня 90-60-90. А вот тебе с твоим ростом придется надеть высокие каблуки, моя китаянка. Меня мои килограммы не волнуют, милая. Нет. Это тебе нужно беспокоиться. Для меня это тоже не проблема. Прошу вас, умоляю, Хисела. Прости, это мы так шутим. Да-да, хорошо. Хисела, извини. Да, дорогой. Ты выбрала хорошее агентство и сделала отличные фотографии, все замечательно, но мы тут с Бриджит в данный момент решаем, что нам включить в следующий рекламный ролик. Сваливай, моя китаянка. Если не выйду за него, я убью ее. Пока. Святой Иуда, убереги моего сыночка. Я знаю, скорее всего, я сама во всем виновата. Может, я была с ним слишком строгой, но я растила его не для этого. С этой сеньорой Бриджит это уже слишком. Что там сейчас мой глупыш делает? Здравствуйте. Здравствуй, проходи. Вы ведь сеньора Лолита, правда? Да, милая. Что тебе? Я Юбери Гамбоа. Вы меня не знаете, но я хочу поговорить с вами о Вилкере. Но... Не беспокойтесь, с ним ничего такого. Как же мне не беспокоиться, если ты пришла говорить о моем сыне? Что с ним? Ничего плохого. Так что, Хуан Диего, как будем играть? Беспокоиться не о чем, Бета. Все отлично, играем каждый против своего. А один все время уходит в отрыв. Ясно? Все понятно.
Извините, ребята, дело в том, что я не очень разбираюсь в баскетболе, не знаю, куда мне надо бежать, но я буду очень-очень стараться. Не волнуйся, не переживай, пастор, не бери в голову, потому что мы все здесь учимся на ходу. Правда, Диего? И поднимите голову, прошу вас, потому что пришел арбитр, великий Ковальский, собственной персоной. Скорее, надо ее опустить. Больше уважения представителю власти. Кстати, а почему вас четверо? Я не вижу пятого. Не волнуйся, он сейчас появится, не беспокойся. Пастор, ты не будешь играть за нас? Он нырнул туда, где глубже. Шеф, что будем делать? Если будем играть, у нас нет одного человека, а без него как нам быть? Правда. Это тяжело, очень тяжело, но у них тоже нет одного. Но это не наша проблема, точно говорю. Хотя проблему надо решать. У нас, правда, одного не хватает. Что будем делать? Ладно, я поговорю с председателем оргкомитета. Бьенвенида! Подойди к нам. Как он мог перейти к ним в последнюю минуту? Он чокнулся. Я слушаю вас, сеньор Батера. Какая красивая форма. Правда она красивая? Просто блеск. А шапочка, которую я велел сшить для вас? Вот, спасибо. Нравится? Можно надеть? Конечно, конечно. Ну как? Она вам идет, но отложим комплименты до другого случая, потому что у нас проблемы очень серьезные. Что такое? Мы с вами оба организаторы этого мероприятия, так? У нас не хватает одного игрока. Мы оказались не такими организованными. У нас нет одного человека, и мы не можем играть. Не надо так расстраиваться. Как же так? А то у вас усы топорщатся. Послушайте, может, возьмете в команду моего сына? А он высокий? Конечно. Сами увидите. Он очень высокий. Секунда, иди сюда. У вас такой взрослый сын? Привет. Привет, сеньор Батера. Очень приятно. А это мой сын. Просто я родила его очень рано. Сынок, ты пришел как раз вовремя. Не хватает болельщиков, я буду болеть. Да нет, каких еще болельщиков? У нас нет игрока, одного игрока, понимаешь? Да. Так что мы приглашаем тебя в команду Батерианы. Прошу вас, выдайте нашему парню форму. Будет сделано. Твое имя означает второй, но ты будешь пятый. Это тоже неплохо. Большое спасибо. Давай быстренько переодевайся. Вы здесь, чтобы участвовать в выборах крестной турнира. Так что будьте любезны. Сеньора Финита, я уже почти решилась, но я как-то не очень уверена. Ты сомневаешься при таких мощных аргументах? Доктор Финита, а той, которая победит, что будет? Поцелуй от жены главного спонсора и небольшая скидка при покупке жалюзи. И не пытайтесь увиливать, потому что это приказ, чтобы вы участвовали в этом конкурсе, а то я могу рассердиться и устрою вам не скидку, а вычет из зарплаты, и очень приличный вычет. Вот увидите. Нет. Тогда говорите, кто хочет участвовать в выборах крестной? Я. Турниры компании Батериана. Красавица, красавица. Да-да, ты, иди сюда, моя красавица. Иди к нам, дочка. Запишись на выборы крестной турнира. Иди сюда. Скорей, записывайся. Нет, Донья, мне нужно следить за порядком на этом мероприятии. Я не могу. Об этом не беспокойся. Сейчас все пройдохи будут тебя разглядывать. Будут все время думать о тебе. И ничего не украдут. Ты тоже, Клариса? Я спрошу Олигарио, да-да. Будь я малость моложе, победила бы я. Какое у тебя платье? Да, представь себе, это шкура того тигра, который живет во мне. И замашки у тебя тигриные. А я с детства мечтала участвовать в конкурсах. С твоим лицом и твоей фигурой самой меньшей ты могла быть мисс Вселенная, дорогая. А я, как все наши женщины, хотела стать мисс Венесуэла. Финита? Да, милая. Как думаешь, я могу записаться на конкурс? Еще бы. Для бабушек отдельный список. Я тоже участвую. Ты уже бабушка? Привет, Анна. Как вы тут? Бриджит уже здесь. Выберут ее. Что? Да, но ты запишись, Каролина. Что у вас за балаган? Конкурс, дочка. Нет, балаган. Какой еще балаган? У нас турнир. Записывайся, давай. Нет. Какой успех. Ну вот, только я записалась на выборы крестной, ты уже здесь, подруга. Какой главный приз? Поцелуй парня моей мечты? Думаю, да. Если запишешься ты, получишь 3. Тогда я записываюсь. Дай-ка сюда. Если так, я тоже записываюсь. Где мама? Правильно. Финита, запиши мою дочку. Посмотрим, чем она у меня выиграет. Куда, Финита? Спасибо, Юбери. Дамы и господа,
большие девчонки и мальчишки. Мы собрались здесь, чтобы провести... Нет, это получается как на свадьбе. Дай мне лучший текст. Я начну еще раз. Мы воплощаем нашу мечту. Первый турнир магазинов жалюзи Батариана. Лучшие жалюзи в Каракасе. Позвольте сказать несколько слов о наших жалюзи. Даже если вы меняете их просто так, вы не прогадаете им, нет сносу. Почему я решил это сделать? Потому что мы, работающие в Батариане, верим в солидарность. Все, кто работает в торговом центре, должны быть как одна большая семья. Вы сами знаете, здесь проходит жизнь человека. Я, например, вижу красивую девочку. Ее зовут Салимар. Она охраняет... Это прелестная Салимар. Она охраняет меня, как свою семью. Аплодисменты охране торгового центра. В общем, так. Это правда. Очень многие помогали нам осуществить нашу мечту. В частности, это председатель нашего оргкомитета, сеньора Бьенвенида. Поприветствуем Бьенвениду. Спасибо, спасибо. Вы все такие добрые. Я же говорю, нельзя давать народу власть. Народ сразу начинает заноситься неизвестно куда. Спасибо всем, что вы пришли. Спасибо сеньору Батера, что ему пришла в голову такая отличная идея. Именно такие люди, как он, нужны нашей стране. Спасибо, спасибо, Бьенвенида, спасибо. Я также хочу сказать вам, хочу, чтобы вы знали... Подожди, надо сказать, добро пожаловать. Да, да, конечно. Я, Бьенвенида Гамбоа, говорю всем добро пожаловать на первый турнир по баскетболу Батарианы. Ты посмотри на этого бесстыдника с его плакатами. Кстати, они получились кривые. Как он стелется перед этими кандидатками, но хоть бы с одной наставил мне рога. Когда я, наконец, дождусь этого бесстыдника? А вы его под носом по голове. Я бы с удовольствием, да не могу. Бутылочку воды, пожалуйста. Армандо. Как дела, сеньора Батера, как жизнь? Не хотите лепешку? Да, но после игры. Оставь мне одну. Будешь играть? Похоже на то, я играющий тренер. А вы не хотите лепешку? Да, 3, 4, 6. Ты будешь играть против Батера? Простите, сеньора Батера, но я всегда играю против Батера, хотя все бестолку. Я вам оставлю, спасибо. Папочка, а здесь здорово? Ради бога, Джессика, как можно говорить, что это здорово? Тебе что, нравится эта ярмарка? Смотри, какой вульгарный народ. Здесь слишком много среднего класса вместе. Слишком много тупых буржуа. Милый, говори, что хочешь, а мне нравится. Папочка. Да, милый. Папочка, там вроде будут выбирать крестную. Да. Я тоже хочу участвовать. Мой живот видно? По-моему, ничего не видно, это ясно. Иди, побеждай, милая. Маленький Леннон будет мною гордиться. Да, маленький Леннон. Снова в ожидании ребенка и на грани женитьбы, это ясно. С вами сеньорита Клариса. Ты посмотри на нее, Бриджит. Как ему может нравиться эта тощая жердь? Следующая обворожительная Бланка. Ура нашей Бланките!
Спасибо, Бланкита, большое спасибо. Следующая участница... Йоланда. Обычно она такая серьезная. Большое спасибо, Йоланда, большое спасибо. Следующая у нас симпатичнейшая Джессика. Мечта Джуниора жениться на этой принцессе – полный идиотизм. Спасибо, Джессика. Следующая участница – неотразимая, потрясающая красавица. Я хочу, чтобы жюри приняло этого внимание. Сеньорита Солимар. Ослепительная. В самом деле, она здесь красивейшая из красивейших. А мы продолжаем. Спасибо, Солимар, большое спасибо, моя радость. Очень признателен. И следующая девушка, нет никаких сомнений, тоже очень красивая. Ее бери. Браво, браво! Большое спасибо, Юбери, большое спасибо. И, наконец, к сожалению, все хорошее быстро кончается. Каролина! Ты самая красивая. Класс, правда? Каролина. Каролина? Всем большое спасибо, большое спасибо. Пожалуйста, минуточку внимания, хорошо? Я сейчас попрошу сеньору Бьенвениду подойти к жюри, потому что конкуренция очень сильная, и принести нам решение. Какая глупость. Что мы здесь делаем? Солимар, улыбайся, подружка. Нам корову не обойти. Ты меня назвала коровой, худоба? Я выиграю, и это так же верно, как то, что меня зовут Каролина. И конкурс, и Хуана Диего. Ну вот, к нам идет сеньора Бьенвенида, и, похоже, у нас есть победитель. Обстановка напряжена, даже микрофон застрял. Нет-нет, уже вышел. Так что, ребята... Внимание, поскольку у нас есть победительница. Похоже, у меня сверхсложная задача, правда? Подойдите сюда ко мне, подойдите. Подойдите. Давайте, подойдите и откройте конверт. Так, кто у нас победил? Отлично, победила. Победила. У нас победила сеньорита Каролина. Моя дочь победила Каролина. Поздравляю. Поздравляю. Теперь она мисс. Мисс дурочка, понятно? Мисс, но дурочка. Вот воображала. Хорошо, что не мы выиграли этот дурацкий заезд. Ты же знаешь, я больше люблю другие конкурсы. Да бог с ней. А я зато умная. Какие проблемы? Сеньорита Каролина поздравляет имени Батарианы, лучшей жалюзи в Каракасе. Мои поздравления. Ваша лента. Держите. А вот. Это ваши цветы. Спасибо. Не за что. Вы их достойны. Аплодисменты крестной. Так, тишина. Тишина, прошу вас, тишина, пожалуйста. Закончилась прекрасная церемония выборов крестной. И начинается основная часть, турнир по баскетболу. Команды на площадку.
Ты гляди, доктор Армандо и в баскетбол играет. Ну и пусть. Это мой турнир. Финита я не смог отнять. Но здесь-то я выиграю. Но почему мяч должен быть на этой стороне? Почему он у этих двоих? Скорее всего, команда Армандо победит. Но судья точно накинет пару очков команде Батера. Ну почему все так? Почему мужья ни на что не годятся, но вечно побеждают? Ну почему так происходит? Что же это такое? Ана, ты видишь, кто лучше играет? Ты видишь, что команда Армандо играет просто классно? Финита, я вижу, Армандо вроде как на ножах с твоим мужем. Заметно, да? А что, должно быть заметно? Да вот, я говорю, заметно. Что Батера очень раздражен, что Армандо играет лучше его. Ну да, милая, этот Армандо, знаешь, я никогда не встречалась с классным спортсменом. И я ни с кем не встречалась, кроме Джуниора. Вот возьму и приглашу его вечером, чтобы отметить их победу. Дай мне мяч. Слушай, мне уже надоело, что я стою тут как потерянный. Чего это он так расшумелся? Давай, Олигарио, отними у него. Тебе придется меня убить, чтобы отнять мяч. Что ты делаешь? Так не играют. Дай мяч, дай сюда мяч. Ты видел, что я только защищался? Еще раз сцепитесь, выгоню обоих. Ты выдаешь себя. Маурисио, твой парень, работает в агентстве. Что с тобой происходит? Надо думать головой. Это для тебя, моя принцесса. А этот баран когда через изгородь перелез? Каролина. Ох, Каролина. Молодец, мой таксист. Вот тебе худышка. Здесь, на этом спектакле, я главная. Какая муха тебя укусила, Сегунда. Предатель. Боже, моя дочь сошла с ума. Не хватало, чтобы повторилась моя история с Джуниором. С моей дочкой в главной роли. Возьмет и променяет Хуана Диего на этого Майкла Джордана. Давай, Диего! Что, музыкантишка, слабо тебе? Это мы посмотрим, кому слабо, цыпленок. Ну что, понял? Мало вам не покажется. Ну вот, 3-1 мужика. Что за страна? Грасилита, прошу, скажи мне, что с тобой? Если ты мне не расскажешь, я не смогу тебя утешить. Что у тебя стряслось? Ну не плачь, милая, не плачь. Я ужасно переживаю. Нет. Оставь меня, Феликс, пожалуйста. Прошу тебя, умоляю, оставь меня. Ни за что, никогда. Ты должна мне рассказать, что происходит. Он женится. Я не могу поверить, он женится. Кто женится, Грисиэлла? Он мой парень. Моя мечта. Мой золотой сон. Мой ненаглядный. Все пропало, Феликс. Все пропало. Привет. Болеете? Привет, Бьенвенида. Как дела? Хорошо. Вы так тихо сидите, а настоящий болельщик прыгает, кричит. Я все это делаю только про себя. Серьезно? Мои годы было бы смешно делать это явно. Какие годы? Ну что вы, доктор, для вас самое время. Не надо на меня так смотреть. Играть с мячом может кто угодно. А как вы вообще? Мне сказали, вы женитесь. Поздравляю. Да, да. Спасибо.
В чем дело? Где же ваш энтузиазм? Вы такой грустный. Я бы прыгала от радости, если бы выходила замуж. Разумеется, я не сравниваю себя с вами. Вы у нас такой серьезный. А вообще, доктор, простите мне мою смелость, я хотела немного поболтать с вами. И еще, посмотрите, вот, ожерелье мой сын продает. Не делайте такое лицо, лучше помогите моему мальчику, такая у него работа. Я тут вдруг подумала, может, вы купите своей невесте? Не хотите? Ну-ка. Она очень похожа на то, что у Мирей. Мирея? То есть Мирея ваша невеста и... Нет, моя невеста Хисела. Я женюсь на Хиселе. Хисела? Хозяйка спортзала? Ну да, хозяйка спортзала. Доктор, не пугайте. Да что с вами? Я подумала... Вы женитесь... А у вас такая улыбка от уха до уха, и глаза блестят при упоминании о Мирее. Ох, доктор. Да, Бьенвенида, от тебя ничего утаить невозможно. Доктор, я знаю жизнь. Я седая. Я давно посидела, но этого не видно, потому что какой-то добрый человек придумал краску для волос. Но седина-то есть. И она вовсе не от глупости. Но я не понимаю. Может, объясните мне, как это так? Вы женитесь на сеньоре Хисели, а лицо у вас светится, когда вы называете имя Мирея. Бьенвенида, не обращай внимания. Это же глупость, чтобы в моем положении в возрасте жениться на одной женщине, а оказаться влюбленным в другую. Я и говорю, как может быть, что вы собираетесь жениться на одной, а влюблены в другую? Я правда не понимаю. Ну, я не сказал, что влюблен, я сказал, похоже, что я влюблен в Мирею. Просто я познакомился с этой девушкой, и она прелестна. И внешне, и внутренне. Она симпатичная, у нее есть чувство юмора. Она простая, она ведь девушка, чувствительная и добрая. С ней можно быть самим собой, но я не влюблен в нее. А что касается Хиселы... Хисела практически была моей женщиной все эти годы. И я просил ее выйти за меня 700 тысяч раз, но она мне отказывала. А тут вдруг взяла и согласилась. И, по-моему, это естественно, что я женюсь на ней. Возможно, это и правильно, не мне судить, доктор. Это вам надо разбираться со своим сердцем. Смотрите, только не промахнитесь, доктор. Давайте сделаем так. Вы возьмете ожерелье и отдадите им Миреи. И хорошенько подумайте. О деньгах можете не беспокоиться. Я зайду в офис, и вы мне заплатите. А можете отдавать по частям, не беспокойтесь. Бьенвенида. Ай, бьенвенида. О чем вы? Надо как-нибудь нам с тобой пойти выпить по стаканчику виски и немного потолковать о жизни. Это было бы неплохо. Даже здорово. Спасибо. Не за что. Я знаю все, что ты мне сказал. Я все знаю, знаю. И мне меньше всего в данный момент хочется слушать именно это. Правда, Феликс, пойми меня, он женится. А я этому не верю. Не могу поверить. Послушай, а чего ты хотела? На что надеялась? Я знаю, ты не хочешь меня слушать. Но разве я не говорил тебе? Осторожно, Грисела. Осторожно. А ты что мне отвечала? Не волнуйся, все под контролем. А кто сказал, что это можно контролировать? Кто?
Феликс, прошу тебя, хватит. Да, ты мне говорил. Но я ведь тоже не из камня. Что мне тебе сказать? Мне жаль. Ничего не надо мне говорить, абсолютно ничего. Эту сказку ты сама сочинила и рассказала и Бенвениди, и вообще всем. В чем дело, милая? Забыла, что ты профессионалка? Что с тобой произошло? Забыла о профессии? Возьми себя в руки. Ну и пусть он женится. Это решено. В чем проблема? Женится? И что такого? Пусть. Пусть женится. В твоей жизни все останется так же. Так же? Нет, не так же. Ты пойми, Атанасио, я задумалась о жизни. Стала мечтать. С ним. Я ощутила себя человеком, Феликс. Нет, нет, этого не может быть, клянусь. А ты? Ты как считаешь, что я не имею права мечтать, да? Не могу ощущать себя человеком. Ну ладно. Я тебя понимаю. Но если для тебя все это так легко, тогда уходи, Феликс, уходи. Оставь меня с моей болью. Дай мне спокойно поплакать. Уходи. Бриджит, а твой бывший-то? Какой там бывший? Я смотрю на моего работягу. Что терять время на этого? Это мы уже поняли. Давай, Вилкер, давай. Осталось 2 секунды. Вилкер, 2 секунды. Давай, мы выигрываем игру. Давай. Мы ее выиграем. Не подкачай, Вилкер. Мама, ты пришла? Ты пришла. Давай, Вилкер, покажи им, как надо бросать. Покажи. Успокойся, Вилкер, спокойно. Все остальное не важно, не важно, давай. Соберись, Вилкер. Это же было легко. Как он мог промахнуться? Корзина же рядом. Я не понимаю. Олигарю, я опротестую эту игру. Я ее опротестую. Это же Батерианов вложила деньги во всю эту затею. Как это можно? Чтобы пришла другая команда и выиграла эту игру. Вилкер! Вилкер! Ты видел Вилкера? Ты его видел? Он и жалюзи толком повесить не может. Куда ему мяч завить в такую маленькую дырку? Ты пришла, мама? Пришла. Ты должен был выиграть. О чем это ты? Ты что, пришла поболеть? Мама, ты меня простишь? Конечно, милый. Слушай, Батера, помолчи, Олигарио, я в трауре, ясно? Как это можно? И игру проиграли, и крестная не наша. Надеюсь, хотя бы продажи жалюзи возрастут. Поздравляю, доктор, поздравляю. Глядя на ваши передачи, я подумал, что вы немного играли в детстве. Немного, совсем немного. И скажу честно, меня еще не поздравляли с тем, что я постарел. Ты не видел Маурисио? Нет, доктор, мое почтение. Милый, поздравляю. Спасибо, дорогая. Ты отлично играл. Правда? Пойдем со мной на минутку. Извините. Поздравляю. Здорово играли. Спасибо, дорогая, спасибо. Извините. Да-да, ты классно играл, Хуан Диего. Все отлично. Я люблю тебя. Милый? Дорогая? Ты должен был играть в NBA, и моя радость. А тебя должны были избрать мисс Вселенной, клянусь. Хуан Диего, я хотела поздравить тебя. Спасибо. Большое спасибо.
Итак, мой дорогой, как мы отметим с тобой твою победу? Бриджит, подожди, я помогу тебе. Пусти. И не надо обзаводиться новыми манерами. Я, как и всегда, справляюсь сама. Как и всегда. Привет, сеньора Бриджит. Как вы? Папочка, ты уже сказал сеньоре Бриджит? О чем сказал? Разве кроме вашей свадьбы есть другие новости? Ну что, Ибери Гамбоа? Выиграл Хуан Диего. Что с тобой? Ты этого хотел или нет? Юбери, что с тобой происходит? Что ты вдруг так задергалась? За кого ты, Юбери? Кто должен был выиграть? Хуан Диего? Или Вилкер? Что с тобой, Юбери? Почему ты не со своим чемпионом? Я бы не прочь, подруга, но знаешь ли, он сейчас с этой атомной дурой? Потому что атомная дура получила ленту крестной. Что ты хочешь? Так и прилипла к нему. Что, мне за волосы ее оттаскивать? Было бы здорово. Хоть что-нибудь занятное случилось бы на турнире. Только не говори, что ты так легко сдашься. Что? Ты что, из той команды, которая сдается? Нет, милая, ни за что. Сдаться? Никогда. Просто я даю ему время, чтобы как следует подумал. Пусть подумает. Пойдем лучше выпьем пиво. Да, пойдем. Так что у вас за новость? Почему ты такая печальная? Кто-нибудь умер? Да нет. Подождите, сеньора Бриджит. С чего вы взяли? Никто не умер. Наоборот, мой птенчик совершенно счастлив. Конечно. Как трогательно, птенчик. Это ты-то птенчик, Джуниор? Птенчик — это маленький мальчик в коротких штанишках, который бегает по улице с мячом. Но чтобы Джуниор, птенчик... Фильм озвучен компанией Zone Vision.